Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня мы играем в финалочку на сервере на ролеплей Центральный округ. Муник здесь Кирилл Путбулов. И не забывайте видеть Муник при регистрации. Сегодня снова серичка и начнется она с того, что мы будем, так сказать, гонять на одной трассе. Для этого нам нужен мотоцикл, все, мы его арендовали. Скажу сразу же, что эту идею я увидел у другого ютубера, но мы ее чуть переделаем. Он там, по-моему, на Хонде какой-то ездил, то есть на таком довольно-таки хорошем мотоцикле, но что если в бой пойдет советская техника? Я думаю, это будет интересно, поэтому ставьте лайкосики. Давайте сейчас купим сразу канистру, я думаю, и купим набор для починки. Так, купим набор для починки и купим канистру. Или все это у меня было? Да, у вас уже есть. Хорошо. Это хорошо. Все, теперь я направляюсь в сторону Лыткарина. Именно там находится паркур-трасса для мотоциклов. Как это глупо бы не звучало, конечно. Хотя можно будет там пешочком попробовать, кстати, пробежать. Так сказать. Ну что ж, все, погнали уже. Встретимся, так сказать, в Лыткарина. Блин, а он так неплохо варит, я вам скажу, 150 вообще, блин, хорошая бричка, я вам скажу, блин, я все тоже купил вот такой. Но у меня, к сожалению, места нет, но я не знаю, они вообще продаются, вот эти мотоциклы, я что-то их не видел, кстати, на сервере, по-моему, их не продаются, точнее, они не продаются, или продаются, напишите в комментариях, просто реально, я почему-то вот, это у нас, получается, Иш планеты пятая, короче, точнее, Иш Юпитер пятый, или это Иш планета пятая, я так и не... А, ну планета, точно. Иш планета 5. Кстати, у моего двоюродного брата тоже такая была планета. Он ее откапиталил и потом продал, кстати. И, кстати, такая новость, что заказал, короче, память в новую в комп. У меня 120 гигабайт, а я заказал 240. Короче, в два раза больше. И поэтому я смогу побольше, наверное, видосиков снимать. И будет вообще попроще, потому что не хватает мне особо памяти на компе, на самом деле. Надо будет все нужное перекинуть на флешку, чтобы это не потерять, потому что придется менять систему, как вы понимаете. Поэтому, да, возможно, потом пару дней не будет видосики выходить, потому что мне нужно потом будет все заново скачать, настроить и так далее. Но это будет, наверное, дня через два, скорее всего. Поэтому сразу вам говорю так, предупреждаю, если что. Ну ладно, короче, доедем уже до Лыткарина и продолжим. Погнали. Так, мы уже доезжаем до Лыткарина, блин, на самом деле очень охуенный мотоцикл, я помню, с братом ездил на нем. Бля, аппарат вообще по кайфу, серьезно говорю, мне очень нравится вот Иш Планета 5, прям очень охрененно, я помню его. Вот у моего брата вот был, грубо говоря, точно в таком же состоянии, серьезно, но вот подкапиталил, перекрасил там грунт и так далее, только она была такого голубого цвета. Но, блин, охуенный мотик на самом деле. Мне очень нравится. Все, мы в Лыткарин уже заехали. И, смотри, какая здесь крышечка. Там, типа, я не знаю, что там нарисовано. Даже, блин, разобрать не могу. Либо там, типа, отражение какое-то. А, типа, отражение какое-то деревьев там и так далее. Хм, прикольненько. Ну, ладно, все, поехали, короче. И вы заметили, что я стараюсь уже как-то... У меня, короче, в последнее время что-то хорошее настроение, когда я снимаю. Поэтому серички породе не получаются довольно-таки веселые, да. Так, там какие-то... А почему квартирки здесь ТП? Хотя у меня есть дом, блин, на рыбака, но... А, это закусочная здесь чья-то. О, кстати, надо будет похавать, если что. Так, по-моему, это где-то здесь, пацаны. А, вот квартирки здесь тоже есть. По-моему, это где-то здесь. Я вообще не знал про эту... так сказать, трассу, как здесь, что, куда, зачем, магазин 24 на 7 есть, и здесь, кстати, находится, так сказать, рынок редких машин, я так полагаю. Ух, кстати, блин, я вообще такой купил бы, сколько он стоит, 2400, бля, блин, возможно, можно будет яхту, кстати, продать и купить себе такой мотик, пацаны, пишите в комментариях. А, 200, стоп. А, да, 2 миллиона 400, я думал 240 тысяч, думаю, бля.
Да, можно будет, если что, яхту продать и купить либо вот этот хот-род, либо вот этот мотоцикл. Я думаю, будет прикольно. Ну, мотики не тюнятся, а машины тюнятся. Мотики, пацаны, тюнить никак нельзя. Там еще паркур карта есть, оказывается. А, это есть эта карта, куда мы едем, короче. Ладно, все, поехали. Опачки. Посмотрим сейчас, что сможет показать, так сказать, советская техника здесь. Вообще на изяк, кстати, заехал. Так, нужно разгон брать, потому что, ну, мягко сказать, разгон здесь не очень. Блин, ух ты, ёпта, тут это было опасно, блин. Так, ну будем пробовать, что, будем пробовать. Буду пытаться, я первый раз эту здесь еду, если что. Поэтому сильно меня не ругайте. Опа, запрыгнул. Блин, а советская техника не так уж и плохая, на самом деле, я вам скажу. Так, блин. Да, накаркал, блядь, называется, накаркал. Ладно, давайте еще раз. Можно еще, конечно, багом ускоряться, чтобы было эффективней. Ну, я хрен знает, короче. Блин, ну, карта, конечно, не из легких, но мы попробуем ее пройти, так сказать. Так, я тут парканулся, давайте теперь отъедем назад, потому что... Не знаю, тут, я так понял, на Ямахе, типа, надо проходить, но у нас Ямахи нету. У нас есть только вот такая вот советская... техника. И оп, изи, просто изи. Так, рилток, окей. Так, оп, я ж правильно запрыгнул или нет? Стоп, так, стопэ. Блин, что-то я запутался, куда дальше-то ехать? Ага, я сюда перепрыгнул, а куда дальше? А, ёпта, что-то я не увидел. Бля, ну мне кажется, это не для мотоциклов трасса, что-то сильно она какая-то сложная. Что ли, блин? Бля, это серьезно? Это для мотоциклов сделали? Что-то мне кажется, что что-то разработчики перепутали. Бля, ну это как-то сложно на самом деле, блин. Что-то прям очень сложно. Серьезно, это для мотоциклов такое сделали? Ну, ну такое, блин. Да уж. Что-то как-то перебор, мне кажется. Блять, а можно как-то... Пизда. Не зря ремку купил, потому что... Что-то здесь прям очень сложно, на самом-то деле. Бля, можно как-то перепрыгнуть? Алло, пожалуйста. Может, я не туда поехал? Что-то, блин, как-то сложно. Тихо, тихо, тихо. Хотя бы так, блять. Пизда, как я сейчас спрыгну? Бля, только я могу так проходить здесь. Как я спрыгну в натуре? Бля, что-то... Бля, та-та-та-ра-та, бля. Не получилось, сука. Блядь, ну сложно. Реально сложно. Так, попытка номер хрен знает какая. Ну ладно, я просто объехал и не снимал, как я сюда еду. Опа, опа, блядь, почти... Ядри твою налево. Блин, ну это сложно, я вам сразу скажу. Это реально сложно. А можно как-то... Так, стоп, а. Бля, ёб твою налево. Давай. Перевесься, ёб твою налево. Давай, ёпта, давай. Задним ходом, конечно, это полный бред. Так, оп. Оп, 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 оп. Спокойно, спокойно, так. Заебись, о. Фух, ебать, это потно. Так. Теперь надо здесь проехать аккуратненько. Постараться проехать аккуратненько. Так. Бля, это уже успех, пацаны. Это уже успех. Ага, стоп, мне теперь нужно... Блять, вы серьезно? Ой-ой-ой-ой-ой. Что-то мне вот это не нравится, пацаны. Бля, что-то сложноватенько, ёпта. Вам так не кажется? Мне кажется... Что это как-то уже сверх что-то естественное, блядь. Давай, советская техника, ты должна вытащить. Сейчас придется багаюзить немножко. Ну как багаюзить? Блин, если бы вот этого трамплина не было, я более-менее нормально бы запрыгнул. Так это пиздец. Это реально пиздец. Так, давайте прямо отсюда разгон возьмем. Так, и... Хоп. Изи просто, блядь. На самом деле, нихуя не изи. Так. Ладно, это уже изи. А тут как дальше-то ехать? Стопэ.
Может, разгон надо было побольше, типа, брать с ТП? Так, а можно повторить? Ага. Сейчас прям багаюзом немного ускорюсь быстренько. Но это пиздец, это сложно реально, это сложно. Так. Это пизда, это просто я так только мог. Просто изи, пацаны, с первого раза, блядь, сюда проехал. Уже накачал так, руку набил, короче, блядь. Уже набил руку, блядь, реально с первого раза просто лишь проехал. Так, все, погнали. Так, продолжаем, да, это безумие, блядь. Мне кажется, это нихуя не для мотоциклов трассы сделано. Серьезно, что-то мне трудно верится. Так, блядь, сейчас надо чуть-чуть в другую сторону брать, короче. Потому что я что-то жестко улетел. Блядь. Ай, ладно. Ладно, ладно. Пробуем без трамплина. Блядь, а что, сразу нельзя было, блядь, сказать, что так можно? Ладно, поехали дальше. Блядь. А, это... А, ебать. Чё так... Чё так жестко? Я так понял, типа, надо в эту хуйню врезаться. Бля, это точно для мотоциклов? В натуре, что-то у меня сомнения каждый раз все больше и больше. Блядь. Хуёво. Потому что надо, чтобы эта штука была. Без нее я точно никак не запрыгну. Поэтому давайте так сделаем. Она появится или нет? Нет, она не появляется. А как мне... Так, стоп. Можно, пожалуйста... Блять, стоп. 3 секунд. А, чуть мотик не просрал. Так, сейчас пройдет 3 секунд. Или уже прошли? Нет, еще. Да, нет. Да, 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 все. Что-то я просто на время не посмотрел. Так. Хорошо, допустим. Представим, что я сюда уже проехал. Что там дальше у нас идет? Всего лишь надо как-то перепрыгнуть вот сюда, а потом проехать туда, а потом... Да? Два пальца вообще, да? Я вообще-то шучу, это был сарказм, блядь, это пиздец, как? Как это возможно? Тем более вот этой хуйни нет, что мне теперь делать? Блин, мне печально то, что я не смогу пройти дальше. Хотя... Блядь, сейчас будут, наверное, те же самые ошибки, как у другого ютубера. Который хотел сюда проехать. Бля, я хуй знаю, что делать. Можно, конечно, пешочком пробовать перепрыгнуть дальше, но хуй знает, короче. Ладно, сейчас попробуем какой-то замутить трюкчанский. Ну, я этот модик не покупал, вы видели, я его арендовал. Да, охуенная была попытка. Короче, я так понимаю, нам нужно дальше идти пешком. Ну, попробую хотя бы пешком, потому что... Ну, тут без шансов, хотя бы трамплинчик был... Блин, а так дальше, я не знаю, на Ямахе вообще это даже возможно. Либо нет. Так. Допустим, я прыгну. Ага. 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 И... Блядь, мне кажется, это надо пешком проходить, а не на мотоцикле. Что-то, блядь, как-то жестко. Давайте попробуем пешком... пройти, если сейчас я не смогу перепрыгнуть дальше, значит, это по-любому для мотоциклов. А там дальше вообще что-то есть, или это финиш, типа? Вы чё, ебанулись? Серьезно? Вот туда надо долететь на мотоцикле, вы... Ай, ладно, чуваки, я понял, что советская техника все равно себя хорошо показала, блядь. Нету смысла покупать себе охуенный мотоцикл, там, подороже, чем можно просто, в принципе... арендовать его и все. Я не допрыгнул, кстати, я это знал, поэтому бобо чуть-чуть, да. Короче, пишите там в комментариях, что... Бля, что с его ртом только что было? Смотрите, что он типа матюкается на меня, что мы так прыгнули. Ладно. Короче, пишите в комментариях, покупать ли мне там мотик, либо ход рот взять, либо хрен его знает, короче. Я думаю, серия удалась, в принципе, мне все понравилось, было эпично, было... Поначалу было сложно, потом как-то придрочился,
всего лишь... У меня было 5 попыток, короче. Сначала я всего лишь 5 раз пробовал, если что, кому интересно. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока.